создание машины для отрезания головы, вскрытия трупа, отрезания головы и хвоста. Отрезаем голову. Икра не повреждается, язык целый. Еще раз. Можно отрезать голову, отрезать хвост. Я не против в этом деле, я режу десятую селедку. Вот. Языки. Вот они целые, неповрежденные. Ушко чистая. Еще раз. Голова, хвост. Машина совершенно безопасна, то есть проводится рука ниже желоба не попадает. Вот, регулировку ножа можно сделать чуть выше. Вот, ну здесь вот ястык целый, то есть до ястыка не доходит. Ну и еще одно. Голова, хвост, вот, то есть рука просто легла, провели, вот он, ястык неповрежденный, все, убрали, кинули. Когда человек поработает, он будет это делать быстрее. Вот. Ну, молоки на выброс, молоки тоже целые.